Машина для мойки овощей Vega MM1800. Значит, с мягкой щеткой. Длина валов 1800, почти 2 метра. Подача воды осуществляется через форсунки, распыляющие эту воду. Соответственно, форсуночки регулируются. Влево-вправо направляется поток воды, куда нужно. В машине предустановлен инвентор, частотный преобразователь, который управляет скоростью вращения валов. Но основная его функция заключается в том, чтобы валы запускались очень плавно и не растягивались приводные цепи, которые теперь получили более долгий срок службы. Вега MM1800. Машинка в наличии. Все стоит в порядке. Забрасываются овощи до 100 кг. Овощи моются. После того, как они, визуально оператор посмотрел, что они помылись, открывается крышечка, овощи выгружаются. Можно открывать крышку. В общем, мешает коробка, но здесь есть фиксатор для ручки. Не обязательно ее держать. Снизу у машины изготовлен отлив, по которому стекает вода в трап, в канализацию.